Добрый день, Golden Time. Я Ольга Вильина с Украины. По профессии врач-педиатр. Живописи никогда и нигде не обучалась. В 2018 году начала сочинять стихи, а к своим стихам делать карандашные эскизы. Затем приступила к акварели, и только в марте 2019 года я начала писать маслом. В 2019 году на меня обратили внимание французская арт-галерея город Кан, Нормандия, Франция. Я с ними заключила договор. И в течение 2019 года мои работы демонстрировались при арт-галерее Франции. На второй тур Golden Time я хочу представить свою работу «Ранетки». Мотивом созданию данной работы явились воспоминания о детстве. Вернуться в прошлое нет средства. И эти яблочки из детства, их созерцание словно чудо. Привет далекий из ниоткуда.